Иван Никитович Демьянов родился 18 сентября 1923 года в селе Ирбей Ирбейского района Красноярского края. 14 апреля 1944 года награжден орденом Славы третьей степени. К началу апреля 1945 года гвардии старшина Демьянов совершил 70 успешных боевых вылетов, из них 20 с января 1945 года. Командиром полка был представлен к награждению орденом Славы второй степени. Ко Дню Победы на счету сибирского летчика было 92 успешных боевых вылета. 13 июня 1945 года гвардии старшина Демьянов Иван Никитович награжден орденом Славы второй степени повторно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года приказ о награждении орденом Славы второй степени от 13 июня 1945 года был отменен. И Демьянов Иван Никитович награжден орденом Славы первой степени, став полным кавалером ордена Славы.